Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги», вопрос 863. Во время собрания у баптистов проходит сбор добровольных пожертвований на нужды церкви. Нужно ли православным участвовать в этом, то есть отдавать денежные средства в их копилки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы точно знаете, на что они собирают деньги? Быть может, они на них будут издавать противоправославную литературу, и вы будете усиливать их позиции. Не давать им ни гроша, но если идет сбор на издание Библии, Новых Заветов, и вы им доверяете, что они не обманут, а они в этом вопросе безобманные, то поучаствуйте. Но у вас есть сейчас свои издания, истинно православные. В их изданиях принимают участие миллиардеры с Запада. А кто в наших?